бампер на МПС, копия со штатного, но отличие в чем штатного? Штатного вот это место съемное, вот это съемное и вот это съемное. У нас это все идет монолитом. То есть вроде бы хорошо, что поставил, но при покраске обычно все вот это место и вот эти вставки красят в черный. То есть сложность будет в покраске при заклейке скотчем. Нужно скотчем все аккуратно заклеить и покрасить отдельно в черный, а сам бампер в цвет машины. Но это уже как бы гемармалеров, конечно. Ну вот пока ищем машину, чтобы подогнать идеальный бампер. Так, тут у нас заглушка стандартная, под крючок. И вот это место еще у нас. Так как этот бампер у нас... Вообще, эта матрица снималась с детали, которая... Он был подогнан на двухлитровые крылья. У них отличия вот здесь идут. То есть вот этого ребра нету, оно просто прямое у двухлитровых. Сейчас дальше.